Пока я тут в холле, я сейчас буду это все регистрировать. На повестке дня у нас фактически три вопроса. Первый вопрос – это утверждение протокола мандатной комиссии. Второй вопрос – утверждение персонального состава Громадской Рады. И третий вопрос – разный. У кого-то есть другие предложения по повестке дня на оставшуюся часть учредительного собрания? Остался фактически один вопрос, который... У нас сегодня первое заседание Громадской Рады. Вначале мы утверждаем протокол установчих сборов, поэтому это относится к установчим сборам. Тогда мы должны были сделать перерву на установчих сборах и продолжить их сегодня. Когда же склад затверждается установчими сборами, а не первым заседанием. Мы не занимаемся, мы заканчиваем установочный сбор. Так а почему тогда не было оголошено перерыв на установочный сбор? Мы не закрывали установочный сбор. Мы приняли решение. Давай прискать. Я задаю еще раз вопрос. Если у кого-то предложение по повестке дня... Нет. Ставлю на голосование. Кто за предложенную повестку дня, прошу голосовать. Счетная комиссия, приступайте, пожалуйста, к работе. Счетная комиссия избрана в прошлый раз. Большинство. Кто против? Раз, два, три. Три человека против. Кто воздержался? Два человека воздержали. Нет, три человека. Четыре. Четыре человека воздержали. Решение принято. Переходим. Протокол номер один. Выборы главы мандатной комиссии. Надійшла пропозиція брати голову Новікову і голосувала одноголосно. Обрала головою мандатної комісії Новікову, це я. Протокол номер два. Порядок денний. Після відрахування підписів про отримання мандатів в реєстраційних списках на установчі збори Громадської ради Прокопівка та прибуло 262 учасника. Але ще до вирішення питання про кількісний та персональний склад Громадської ради Прикарпатської ОДА частина учасників установчих зборів покинула установчі збори і в подальшій роботі участі не брала. Зборами було прийнято рішення. Зборами було проголосовано кількісний склад 167 осіб членів Громадської ради. А також було прийнято рішення по закінченні зборів в межах зали здати мандати мандатної комісії для підрахування та встановлення персонального складу Громадської ради Прикарпатської ОДА. Згідно підрахування мандатів, які були отримані мандатною комісією, установчих зборів Громадської ради Прикарпатської доповідає, до мандатної комісії в межах зали засідання установчих зборів Громадської ради Прикарпатської ОДА надійшло 170 мандатів, 4 довіреності, та два учасника не прийшли з поважних причин.
Таким чином, кількісний склад учасника громадської ради прихода 20 мандатів. Один член установчої зборі із-за запізнення не зміг отримати мандат, та ще одна особа, яка не була присутня з поважних причин. Виходячи з того, що першим голосуванням за кількісний склад було рішення, що всі, хто присутні та не покинув зібрання, є членами громадської ради при Харківській ОДРА, та із того, що деякі члени установчих зборів навмисно саботували голосування, мандатна комісія пропонує перед початком першого засідання громадської ради при Харківській ОДА, де затвердиться протокол командатної комісії та визначити кількісний та персональний склад той, що мандатна комісія виявила під час підрахунку в кількості, виходить у нас 190, чина додається. Проголосувала мандатна комісія одноголосно і постановили запропонувати загальним зборам, установчим зборам затвердити кількісний та персональний склад 176 осіб, які здали мандати зразу після засідання установчих зборів. Список додається. Будемо зразу голосувати або будемо за общі? Сьогоднішнє... У кого-то є якісь питання, пропозиції? Ставити на голосування. Хто за те, щоб утвердити протоколи мандатної комісії, прошу голосувати. Счетная комиссия считает. Выше, поднимите. Кто против? А вот если желтыми можно голосовать? Нет. 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 Пока нет. А вы включили эти... Они же за это голосуют. Кто воздержался? Спасибо. Счетная комиссия. Сколько против, сколько воздержали, сколько за? Как можно голосовать за данность? Был документ, если часть людей, которые присутствовали на устройстве сбора, на предыдущем. Сейчас нет списка. Сейчас вопрос внестися о том, чтобы их либо допустить, либо не допустить. Учитывая, что часть них за мандаты. По каким-то техническим вопросам возникла проблема, и люди сейчас не могут принимать участие. Сейчас мы поставим... По сути, все, кто в прошлый раз не сдал мандаты, они пытались сорвать собрание. Они ушли раньше времени. У них было 3 недели на то, чтобы объяснительную написать, что угодно, принести какой-то документ, почему они не были. И поэтому не будем переходить опять становиться на те же грабли. Все. Да, продолжаем. Время осталось. Давайте по... Непроцессуальное понятие покинули заседание. Процессуальное понятие не принимали участие в голосовании. Они были зарегистрированы как участники собрания, и при таких данных они имеют право считать себя участниками собрания, но не принимавшие участие в голосовании. Это первая концепция. Вторая. Если память мне не изменяет,
во время предыдущего собрания было проголосовано за то, чтобы тех участников, которые присутствуют, считать учредителями. Но совершенно не был поставлен на голосование вопрос, что тех, которые не присутствуют, не считать учредителями. Было. Счетная комиссия, можно ставить следующий вопрос? Да, это все. Объявите, пожалуйста, предыдущий. Голосовало 147 человек. Против 7 и воздержалось 6. Остальные не понимали. Решение принято. 36 человек. Кто за? А может, не подняли. Мы не будем заставлять персональный состав общественного совета в количестве 198 человек. Прошу голосовать мандатами. Шелками уже можно? Нет. А как это можно? А они говорят, можно. Еще нельзя. Сейчас принять. Сейчас протокол нанесут, потом будете. Председательствующий. А желтыми голосовать? Пока нет. Опускайте. Это пока. Опускайте, пожалуйста. Лев, посчитай там. Здесь уже считайте. Опускайте, пожалуйста. Кто против? Четыре против. Пять. Кто воздержался? Теперь вы можете голосовать. Уважаемые коллеги, я вас поздравляю с тем, что общественный совет при Харьковской областной государственной администрации создан и в количестве 198 человек. И еще слово председателю мандатной комиссии. А кто был в проблемном списке, получил желтенькие пригласительные, подойдите к мандатной комиссии и получите мандаты. Вот теперь вопрос разный. Каршев Александр Иванович. Собрание продолжается. Это только для тех, кто идет, получает мандат еще. Двадцать шестого числа в соцсетях и на стол губернатора, как в обращении написано, группы, покинувшие в прошлый раз самостоятельно по собственному желанию собрания, было обращение, которое, в общем-то, проанализировалось определенной группой наших товарищей, инициативной группой, оргкомитетом по подготовке первого собрания. И вы знаете, мы не могли не ответить на это послание. В этой связи вам предлагается текст нашего обращения, который хотелось бы, Александр Васильевич, чтобы члены собрания поддержали этот текст, и мы его разместим в последующем как в сетях, так и непосредственно в докладной записке на имя председателя областного совета, поправляется, председателя областной государственной администрации Райнину Игорю Леонидовичу. Это ответ на письмо, которое было размещено в сетях, которое было представлено губернатору группой тех товарищей за подписью 72 организаций, которые, в общем-то, имеют место сегодня. Текст письма мы сейчас не обсуждаем, мы обсуждаем ответ на это письмо. Таким образом, участников учредительного собрания по созданию общественного совета при Харьковской областной государственной организации, администрации. 26 февраля 2015 года в соцсетях по адресу, в кавычках, губернатора Райнина было размещено обращение за подписью представителей 72 общественных организаций,
с информацией о ходе проведения учредительного собрания по созданию общественного совета при Харьковской областной государственной администрации 21 февраля 2015 года. Инициативная группа по организации данного собрания, оргкомитет по подготовке и проведению первого собрания общественного совета, члены общественного совета, присутствующие на собрании, крайне возмущены этим обращением, в котором искажены и, мягко говоря, некорректно изложены некоторые факты. Так говорится, что группа участников собрания осуществлены ряд провокаций, которые привели к грубому нарушению законодательства и были направлены на то, чтобы исключить волонтерские и европейско ориентированные институты общественности возможности их участия в формировании и реализации государственной политики в Харьковском регионе. Справки. 21 февраля 2015 года было зарегистрировано на участие в учредительном собрании 268 человек. Из 285 поданных заявлений от кандидатов в члены общественного совета. Количество покинувших собрание по собственной инициативе и не участвующих в работе данного собрания составило 81 человек, что менее 1/3 части от общего количества участников. Это позволяет считать учредительное собрание состоявшимся. Оставшееся большинство в количестве 176 участников проголосовали за продолжение собрания и за исключение покинувшей группы из числа участников данного собрания, так как они отказались принимать участие в его работе. Мы считаем, что действия данной группы носили провокационный характер, направленный на срыв собрания. Более того, из числа представленных и представителей организации, оставшихся на собрании, было не менее патриотично настроены и европейско ориентированы, чем те, которые его покинули. Что касается председателя инициативной группы Родионова Александра Васильевича и информации о его якобы негативных действиях накануне собрания, так же, как и материал, изложенный на его страничке в соцсетях, без согласования с ним, мы считаем, что это оговор и попытка дискредитировать председателя инициативной группы и парализовать работу собрания. На наш взгляд, тот протест, который обосновывается действиями и репликами участника собрания Александра Середы, не может являться претензией в адрес собрания, так как Середа – рядовой участник собрания, все его реплики и действия должны рассматриваться персонально. Собрание после ухода указанной части кандидатов проводилось согласно утвержденному регламенту, а не по сценарию, что подтверждается протоколом собрания, поданного мандатной комиссией в юридический департамент облгосадминистрации 25 февраля этого года. Более того, мы уверены, что данный протест связан и является манипуляцией меньшинства, желающих проведения собрания именно по их сценарию. Особое неуважение со стороны авторов обращения было выражено в отношении членов общественного совета предыдущего созыва, которых огульно обвинили в официальном обращении о немедленном исполнении закона под 16 января 2014 года. К основанию этого объявления послужило якобы принятое решение и протокол голосования по этому вопросу общественного совета, что является недостоверной информацией, так как общественный совет предыдущего прошлого созыва по данному вопросу решения не принимал. К слову сказать, в новом собрании из прежнего состава общественного совета участвует 43 члена, что составляет 20 с небольшим процентов от общего числа нового состава совета. И это далеко не большинство, как говорится в обращении. Разговор об этом группой покинувшей собрание является еще одной попыткой расколоть общественность и дестабилизировать ситуацию в Харьковском регионе. Мы считаем, что составители данного обращения должны принести публичные извинения перед членами общественного совета предыдущего созыва за попытку им навесить клеймо заговорщика. В целом, мы уверены, что созданный общественный совет способен эффективно участвовать в развитии социально-экономической жизни региона
консолидировать общество, не поддаваться на провокации и успешно решать стоящие перед ним задачи. Председатель учредительного собрания, секретарь. Александр Васильевич, я прошу для поддержки поставить на голосование. Да, если есть необходимость обсудить, пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Це офіційне звернення, за яке ми повинні голосувати. Нас губернатора немає. У нас обласна державна адміністрація і голова обласної державної адміністрації. От я вам об'ясняю, що то письмо, яке було направлено за підписом 72 организации, послушайте меня внимательно, оно было так и написано губернатору Райнину в сетях. И сказано, что подпись 72 организации. И более того, информация есть о том, что действительно такое письмо на стол поступило губернатору, как они говорят. Мы обращаемся к председателю администрации, мы обращаемся и по тексту. Еще раз, ну значит вы меня неправильно поняли. Начальный текст письма председателю Харьковской областной государственной администрации Райнину Игорю Львовичу. Мы это учредительное собрание. Значит, инициатива была. Если мы говорим о личном мнении по поводу данного факта, то, во-первых, мы уже отклоняемся от положения, потому что, согласно положению, хотя оно не принято, но тем не менее, мы есть действующий коллегиальный орган для обеспечения участия граждан в управлении государственными делами, а не для того, чтобы сведения личных амбиций. Это не личные амбиции. И третий момент. Не будем торопиться, потому что вы уже однажды дали, ровно год назад, примерно, ситуацию оценки событий на Майдане. И поступили как ватники, зрадники. Поэтому при таких данных я хочу сказать... Нет... А вот за эти слова, которые ничем не подтверждаются, надо отвечать. Я отвечу. Вы не ответите, потому что у вас нет оснований. Так вот, ответ. Уже было однажды подобное обращение, поэтому не надо торопиться людей. Читайте протоколы, читайте решения предыдущих собраний. Так вот, я считаю, вот, а потом говорить. Я считаю, что если граждане выразили свою позицию, вы не люди поставили. Я перед тем, как ставить название, хотел... Уважаемые коллеги, поступило предложение. За 4 часа не заплатили. Уважаемые, попрошу воздержаться, потому что не выдали всем еще мандат зеленого образца. Вы поднимите просто руку, мы вас посчитаем. Я предложил, когда сказал, что мы не принимали это письмо, обращение. Если вы эти товарищи, вы не писали. Кто против? Кто против? Вот мы проголосуем, вы имеете право не голосовать, против. 12 против. Кто воздержался? 3, 4. Вы имеете право 11 человек голосовать мандатами. Пане Родіону, у нас таких повноважень нема, як орган. Які? Де? Покажіть, будь ласка. А по поводу патріотизму поработаємо, посмотрим. Приймайте, пане. 10. Я вам отвечу. Наши товарищи, которые мы называем патриотами, да, возглавляют регионы, как Донецкая область, Кихтенко Александр Тимофеевич, генерал армии, Кротов Геннадий Николаевич и ряд членов нашей организации, членов общественного совета, не продукты питания возят, которые по дороге не довозят зачастую, а воюют там, защищают целостность и независимость наших регионов.
Это нужно обращаться в правоохранительные органы соответствующие, а не туда, куда вы сказали. Кто против? Вообще это провокация. Это провокация. Кто против? Завтра поставлять питання. Можете взяти Родионова. Кто против? Прошу поднять мандат. По поводу Родионова могу сказать, что та группа, которая наши противоправные действия сделала, и об этом тоже можно говорить. Я против. Еще раз. И кто воздержался? Да что там? Один воздержался. Так, а вы тоже. Раз, два, три, четыре. Большое спасибо, решение принято. Дату следующего первого собрания, на котором будет... Ну сейчас будет, подожди. Слушайте. Дата следующего собрания... Уже объявлено. 14 марта 2015 года. Мы переходим к, к открытию первого собрания. По регламенту Общественного совета первое собрание до момента избрания председателя ведет председательствующий на учредительном собрании. И один человек по уважительным причинам. То есть получается 152 плюс 16, 184 человека. И 198 присутствует. По уважительным причинам человек в командировке и предупредил, что он в командировке. 188. Уважаемые коллеги, на сегодняшнее собрание... 16 по доверенности и один по уважительным причинам. У нас персональный состав. На сегодняшний день присутствует 183 человека. Скажите, пожалуйста, а можно хотя бы перерыв Погодите. Да, подойдите, получите. Слово отдайте. Уважаемые коллеги, присутствует 183 человека и один отсутствующий по уважительной причине. Он не присутствует, поэтому его называть нет смысла. 183 человека из 198. Кворум есть. Кто за то, чтобы первое собрание считать открытым, прошу голосовать мандатами. Подождите нас. Кто против? Кто воздержался? Три человека воздержались. Решение принято. Нам нужно избрать счетную комиссию. Рабочей группой предлагалось, у нас была счетная комиссия очень большая. Затруднительная была работа, поэтому рабочей группой по подготовке первого собрания было предложено количество 11 человек. У кого-то есть другие предложения? Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию в количестве 11 человек, прошу голосовать.
Кто против? Ну, давайте повторим. Кто за? Поднимите, кто за, пожалуйста. У него головы, нет, поднимите. Кто против? Кто против? Против нет. Кто воздержался? Один. Нет, два. Решение принято. Теперь по персональному составу предложения рабочей группы в состав счетной комиссии предложить следующих наших товарищей. Лавров, Москаленко, Потапов, Бушнов, Лысенко, Кубрак, Орлов Валентин, Волков, Романов, Фирсов, Стадник. У кого-то есть другие предложения? Кто за предложенный персональный состав? А, вопрос. Списком или? Списком. Кто за предложенный состав, прошу голосовать. Кто против? Против два. Кто воздержался? Три. Решение принято. Еще один момент. Дело в том, что надо избрать секретаря. Секретарь предлагается Дроздова Татьяна Владимировна. Есть у кого-то другие предложения? Секретарь собрания. Нету. Кто за Дроздову Татьяну Владимировну, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Дроздова Татьяна Владимировна, займите, пожалуйста, свое место. Счетная комиссия. Изберите председателя и секретаря. И есть еще один процедурный вопрос. Вот. Предлагается рабочей группой утвердить мандатную комиссию в том же составе, в котором она была. Это Аникейцева, Григорьев и Новикова. Есть у кого-то другие предложения? Кто за, прошу голосовать. Это процедурный вопрос. Кто против? Кто против? Нету. Кто воздержался? Один человек, два человека, три человека. Три человека воздержались. У нас... Предлагается следующий регламент. Для выступающих до 3 минут. И для тех, кто будет представлять, для кандидатов на пост головы от 3 до 5 минут. Для вопросов и ответов по 2 минуты. Также для выступающих в поддержку кандидатов на пост председателя ограничить такое количество выступающих 3 человека за каждого кандидата и дать им по 2 минуты. И на вопросы, ответы тоже по минуте за каждого кандидата. Предложение о предоставлении слова подаются в письменном виде
или по записи у секретаря собрания. Выступление участника по собранию по одному и тому же вопросу больше одного раза не допускается. Решения собрания принимаются большинством голосов от общего количества участников собрания, которые зарегистрировались и получили мандаты. Предложения, которые возникли при рассмотрении вопросов, выносятся на голосование по мере их преступления. Голосование проводится открыто мандатами, решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих. По выборам руководящего состава рейтинговое голосование. Все решения, в том числе и касающиеся выборов рабочих органов собрания, фиксируются в протоколе, который подписывает председатель и секретарь собрания. За недостойное поведение и нарушение регламента принимать решение собрания об увольнении нарушителя с собрания. С предварительным предупреждением. У кого-то есть еще замечания в регламент работы? Кто за предложенный регламент, прошу голосовать. Кто против? Против один. Кто воздержался? Кто воздержался? Один. Решение принято. Переходим к повестке дня. Повестка дня была предложена следующая. Выборы председателя общественного совета. Выборы заместителей председателя общественного совета. Утверждение структуры общественного совета. Выборы секретаря общественного совета. О положении общественного совета и о регламенте общественного совета. И также последний вопрос разное. У кого-то есть предложение или дополнение в предложенную повестку дня? Нет, дело в том, что мы навряд ли сегодня примем положение и регламент. Мы их можем только принять за основу, потому что есть такой момент, что их нужно, положение должен будет погодити глава областной облгосадміністрації. Поэтому без согласования с юрдепартаментом он не подпишет. Уважаемые коллеги, давайте немножко потише. Значит, кто за предложенную повестку дня, прошу голосовать. Кто против? Один против, два против. Кто воздержался? Четыре человека воздержалось. Решение принято. Переходим к рассмотрению первого вопроса, а это выборы председателя общественного совета при Харьковской областной государственной администрации. Ну, наверное, перед счетная комиссия. Счетная комиссия. Вы выбрали и готовы первый протокол доложить? Доложите первый протокол, пожалуйста. Избрали Лысенко председатель. Лавров Сергей Николаевич,
секретарь. Поэтому мы переходим к первому вопросу. У нас еще в инициативную группу было подано 4 заявления на должность председателя. Называю в порядке поступления заявлений. То есть от первого к последнему. Значит, Набока Эдуард Евгеньевич. Вишневская Мария Константиновна. Орлов Павел Иванович. Родионов Александр Васильевич. Будут ли у кого-то еще предложения по выдвижению кандидатов на пост председателя общественного совета? Предложений нет. Поэтому мы... Хорошо, задам этот вопрос. У кого-нибудь есть самоотвод из тех людей, которые это... Нам заявление не поступало. Поэтому давайте приступать к в порядке вот той очередности, которая была названа. Вначале даем... Вот у меня только один вопрос. Мы вначале по одному кандидату, потом по второму, потом по третьему. То есть я имею в виду, сразу выступает, представляется кандидат, и после него 3 человека, которые его поддерживают. Было вчера принято решение рабочей группой, напоминаю, что было принято решение по 3 человека. Кто за то, чтобы? Ставлю на голосование. Поступило предложение поставить на голосование вопрос по поводу, давать ли, чтобы за кандидата выступали по 3 человека, которые поддерживают данную кандидатуру. Кто за то, чтобы дать каждому кандидату по 3 человека, которые поддерживают его кандидатуру, прошу голосовать. Но в регламенте мы уже проголосовали за это, мне правильно подсказали. То есть мы уже внесли этот пункт в регламент. Да. У нас 4 кандидата. Я понял. Ну тогда приступаю. Да, Зоя Кима. Уважаемые коллеги, переходим к тому, что кандидаты начинают свое представлять.
Эдуард Евгеньевич Набоков. От 3 до 5 минут мы голосовали в регламенте. Пока я его не считаю. Нет. Добрый день, уважаемые коллеги. Время 5 минут, поэтому я коротко. Фамилия моя Набока, зовут меня Эдуард Евгеньевич. Я работаю исполнительным директором Харьковского регионального отделения Украинского союза промышленных предпринимателей. Мне 50 лет, но из сегодняшних кандидатов я получаюсь при этом самый молодой. Дедушка молодой и кандидат самый молодой. 26 лет своей жизни я посвятил службе в вооруженных силах. И вот уже 7 лет работаю в Украинском союзе промышленных предпринимателей. Я старался всегда быть честным, всегда работать не за страх, а за совесть, поэтому службу я закончил полковником. В союзе промышленников меня избрали директором на второй срок, значит, и здесь я, что-то стараюсь сделать правильно. Теперь по сути. На этой неделе я попытался ознакомиться с довольно большим документом, который называется «Стратегия развития Харьковской области на 2015-2020 год». Там есть очень интересные вещи. На сегодняшний день, согласно этой стратегии, у нас планируется в области несколько очень серьезных проектов. Это и проекты деиндустриализации, это и проекты по экологии, это и проекты по энергосбережению, это и проекты по инфраструктуре. Причем это будут не заемы, это будут инвестиции. Инвестор поставил жесткие условия. Первое. Вся тяжесть выполнения проекта ложится на регионы, и координация работы по реализации этих проектов будет осуществляться общественными организациями внутри региона, поскольку сегодня инвестор больше доверяет общественным организациям, чем власти. Я перехожу к общественному совету. На мой взгляд, нету более удачного момента проявить себя нам всем, чем сейчас, когда идут действительно серьезные, масштабные, глобальные изменения. Общественный совет – структура достаточно расплывчатая, поэтому он не должен быть просто выражением хотелок. Вот я пришел, я сказал, я хочу, необходимо готовить решение. Поэтому самая главная тяжесть работы в общественном совете должна ложиться, конечно, на комитеты. В комитетах будет более активны и менее активны. Задача комитета не просто выразить мысль. Задача комитета сформулировать программу действий. Никакая власть, никакой губернатор, никакой президент не будет на равных разговаривать с общественностью, которая просто просит или просто хочет. Общественность должна выйти на иной уровень. Она должна предлагать решения. Значит, в рамках тех инвестпроектов, которые сегодня готовятся, я вижу, что у общественного совета есть большие возможности очень многих из них поучаствовать. Поверьте, мы очень близки к началу реализации этих проектов. Поэтому на сегодняшний день я вижу работу общественного совета. Две каденции здесь проработал. Я знаю, как правильно осуществлять коммуникации с обладминистрацией. Но эти коммуникации будут иметь смысл только в том случае, если будем предлагать реальный продукт, а не свои хотелки. Поэтому те, кто меня поддерживает, те, кто поддерживает вот такую позицию построения системы работы, я прошу вас меня поддержать. Причем поддержать не только и не столько сегодня, а сколько завтра, тогда, когда начнется реальная работа. Спасибо, у меня все. Вишневской Марии Константиновны нет. Кто-то будет за нее говорить? Выйдите, пожалуйста. Марина Константиновна, вы прекрасно все знаете, да, сколько лет Марина Константиновна работала, защищала практически все и всех от всех. Поэтому я предлагаю голосовать за нее. Михаил Шваченко Владимир Алексеевич. Вы тоже меня некоторые знаете. Зампредседатель Ассоциации платники податки в Харьковской области. Заболела Марина Константиновна. Доверенно, что еще есть. Обязан посещать собрание.
Означает ли это, что нарушение еще до того, как уже создалось? А если человек заболел, имеет право заболеть или нет? Имеет право. Давайте будем ущемлять друг друга и права каждого из нас. Я просто обращаю внимание, тут получается два раза отсутствует уже основание для лишения права. Получается один раз уже нет. Поэтому я предлагаю и прошу поддержать отходом и Константина Вячеславовича. Спасибо. Большое спасибо. Следующий кандидат на председателя общественного совета Орлов Павел Иванович. Уважаемые коллеги, Орлов Павел Иванович, выдвинута общественная организация Инженерная академия Украины, в том числе есть международная организация, я член этой академии. По миру, как говорится, в жизни, я сегодня руковожу Харьковским экономико-правовым университетом, до этого прошел школу, в основном работал в образовании. Есть еще такое звание, которое сейчас у некоторых вызывает возмущение, это звание генерал-майор милиции. И я тоже к этому званию отношусь особо, я никогда их не выпрашивал, не только работал. И сегодня есть генералы, которым я не подам руку, есть генералы, перед которыми я сниму шляпу. Достаточно говорить о генерале Кульчицком, которого все знают. Говорят, хочешь быть счастливым, не копайся в своей памяти. Тяжело представлять себя, поэтому тысячи людей, с которыми я работал, студенты, сотрудники, меня знают. Никаких никогда замечаний в непорядочности или в пассивности не было, я думаю, что не будет. Атеист по природе, но молю Бога, чтобы остановил мою жизнь на скаку, как говорится, из седла выгодно. Что касается существа работы общественного совета. Мы много уже дискутировали в организационной группе, мы разделились, потому что инициативная группа не закончила работу, есть организационная группа подготовки первого собрания. Я занимался вопросами подготовки проекта положения и регламента, и можно обосновать, почему это, на том вопросе, почему так. Сегодня не случайный такой повышенный интерес к деятельности общественных организаций. Я совершенно согласен с Эдуардом Набоко о том, что сегодня действительно уникальная возможность. Но эту уникальную возможность могут разорвать вот наши эмоции, наша какая-то злоба. Говорят, сосу, задень его, эта злоба выльется, ты поймешь, что это за человек. Мы должны сегодня быть настроены на результаты, не бюрократические подковырки, время, все остальное. Нам нужно давать результаты, причем невідкладно. Какие есть перспективы общественных организаций? Обратите внимание на множество нормативных документов, которые предполагают дать полномочия общественным организациям, вообще общественным организациям. И совет, как бы концентрирующий выражение желания этих общественных организаций и людей в том числе. Я хочу только один свежайший пример привести. В парламенте находится на рассмотрении проект закона 1165. Что он предполагает? Уникальная вещь. Дать возможность гражданам выступать частными обвинителями против...
Кто за Орлова Павла Ивановича, прошу голосовать. Кто за Родиона Александра Васильевича, прошу голосовать. Дорогие товарищи, как было голосование первое, Набока 51, Вишневская 6, Орлов 55, Родионов 90.
Большое спасибо всем, вот эти вот, кто принимал участие в голосовании не только за меня, но и за всех. Еще есть 4 человека за Родионова и 1 человек за Орлову. Ой, за Вишневскую. За Вишневскую 1 человек. Да. Но мы их не считали, сразу говорю. Ну тогда за Вишневскую 7. Они имеют право голосовать, потому что они прислали открытые письма. Я озвучил. Но мы это не считаем. Уважаемые коллеги, давайте продолжать. Еще раз большое спасибо всем, кто голосовал как за меня, так и за других кандидатов. Это ваша позиция, и все ее уважают. Значит, следующий вопрос. Избрание первого заместителя председателя общественного совета. На следующем собрании. Да. На сегодняшний день рабочая группа была подготовлена. Дело в том, что у нас есть как бы регламент и положение предыдущее, да, там сказано первый заместитель и заместители в количестве таком-то. У нас будет другое положение, немножко будут другие моменты. Я понимаю. Поздравляю вас с избранием, кстати, председателем, это хорошо, вы, как говорите, извините за выражение, я скомпить вам говорю, будьте главой лошадь, есть разговор, что действительно, возможно, будете хорошо работать. Речь вот о чем идет. Дело в том, что вы поставили телегу впереди лошадь. Вот вы сейчас уже... Вы не дали высказаться председателю. Уже подождите, он будет высказаться. Речь идет вот о чем. Сначала нужно было принять положение, которое мы регламентировано. Количество заместителей, порядок их избрания. А сейчас, вот вы сейчас уже ссылаетесь на документ, который, по сути, имеет пока силу виртуального проекта. Я вас... Поймите меня правильно. Почему я с точки зрения оратора Филиппа писанный раз? Чтобы сначала было принято положение, а потом мы действовали согласно. Ну, дело вот в чем. Вот теперь мы с вами в тупике. Сколько у нас заместителей, чего мы регламентировали? Давайте так. Во-первых, для того, чтобы, я так думаю, чтобы тут у нас действительно такая ситуация, но если мы будем ждать положения, то мы вообще не изберем руководящие рабочие органы. Если же мы, допустим, есть несколько предложений по структуре, их несколько, оно не одно. Тогда предложение. Давайте возьмем за основу хотя бы проект, вот какие позиции есть, а потом мы согласны им действовать. Хорошо. Дозвольте. Я відповів, положення сьогодні є, воно існує і воно діюче. Якщо ми хочемо до нього внести зміни, це наша справа. Потім. Але положення є, воно існує, воно діюче. Які це положення? Візьміть положення сьогодні. Його немає. Так, так, так. Смотрите, постановлением, змінами до постанови Кабінету міністрів предыдущий состав громадської ради был аннулирован, и в связи с этим положение, которое погоджував и которое было погоджено с предыдущим составом, не есть действным. Его нет. На сегодняшний день мы новый состав, мы новая каденция. У нас нет старого положения. Послухайте, Верховна Рада была достроково распущена, але это не значит, что закон про регламент скасований. Ну, они принимают каждый раз новый регламент. Ні, вони вносять зміни до регламенту. Ну, що ви тут не розповідаєте? Уважаемые коллеги, есть несколько предложений. Первое. Два человека и потом это. Подожди. Ну дай вот человек раньше. У нас очень простая ситуация. У нас избран новый руководитель.
заместители должны работать с ним, он должен их предложить. На мое предложение проголосовать сейчас про то, чтобы рассматривать все эти вопросы на следующем собрании по предложению нового руководителя. Он успеет провести встречу. Подготовить. Правильно. Поставьте на голосование предложение. Сейчас вот белый очень. А для того, чтобы определиться хотя бы на дальнейшее, нужно сделать как минимум технический перерыв. Значит, смотрите, поступило два предложения. Сейчас голосуем. Я прошу, что каждому рвана книжечка как раз у нас знакомится и подготовится к следующему заседанию к своим замечаниям по положению. Да. Значит, уважаемые коллеги, поступило два предложения. Первое. Закрыть на сегодня собрание и все остальные вопросы рассматривать на следующем заседании. При этом за это время до конца отработать по тем направлениям. Есть люди, которые расписаны по направлениям. Каждый записывался, когда заполнял анкету, выбирал направление деятельности. Вот. И поработать с теми регламентом и положением, которые вам всем розданы. Это первое. И второе предложение – сделать технический перерыв. Кто за то, чтобы сегодня закрыть первое собрание? Объявить перерыв? Кто за то, чтобы объявить перерыв первого собрания? Прошу. Подумайте. Давайте на 2 недели. На 10 дней, хорошо. А сорвется. Да. Я не согласен с концепцией, что заместитель должен выбирать председателя. Это Александр Анатольевич, я вам скажу, во-первых, первое, будут выбираться и так, и те, кто будут предлагаться с места. Это совершенно нормально. И будут те, кто уже подал заявление, а таких есть 6 человек. Дорогие друзья, знаете, мы очень часто критикуем власть, говорим, что власть очень бюрократизирована, проволочки и так далее и тому подобное. Чем мы сейчас занимаемся? Мы уподобляемся, берем худший пример с нашей власти. Мы объявляем технические перерывы. На следующее заседание неизвестно через неделю, сколько людей опять сюда может прийти. Опять будут вопросы с кворумами и так далее и тому подобное. Если мы хотим, чтобы общественный совет наконец-то заработал, нам надо первое, принять решение, я так считаю, по голове и по первому заму головы Рады, для того, чтобы Рада начала работать, для того, чтобы мы могли собираться комитетами, выбирать себе голов комитетов и начинать работу, а не собираться и заниматься тут очередным переливанием из пустого в порожнее. Потому предлагаю сейчас, пусть Александр Васильевич предложит человека, которого он видит своим первым замом, мы за него либо проголосуем, либо не проголосуем, закроем первое заседание. У нас уже будет легитимный первое заседание. У нас будет уже легитимный, не перебивайте меня, на базаре будете перебивать. У нас будет легитимный голова Рады, возможно, даже с замом. И мы уже начнем работать. А на следующем заседании, если посчитаем нужным, довыберем еще замов, выберем уже голов комитета и так далее и тому подобное. Потому предлагаю поставить озвученные мной вопросы на голосование, проголосовать за них и принять решение. Спасибо. Якщо ми проголосували за регламент і не розглянули цей регламент, то закривати не можна. Або ми сидимо до кінця, поки не розглянемо. Так він же і предложив. Або ми зробимо перерву. Якщо ж він предложив. А він сказав закрити. Перерва.
выбрать заместитель. По поводу регламента. Никто нам не запрещает сейчас принять данный регламент за основу, начинать по нём работать, в дальнейшем внести в него поправки, также заседанием собраться. Никто нам это не запрещает и где-то не запрещено. Спасибо. Уважаемые коллеги, не зацикливайтесь на процедурах. Время идет, решать вопросы надо. Я рекомендую собрание, вам принимать решение. Но я бы вам рекомендовал принять разработанный, мы над ним много времени потратили, положение и регламент за основу, запустить два параллельных процесса. Ваше изучение, ваши предложения и работу с юридическим отделом АДА. Потому что их тоже надо убедить, чтобы глава АДА и подписал эти положения, утвердил. Тогда мы будем иметь на следующее собрание две позиции. Позиции ваши с вашими предложениями и позицию юротдела АДА. Мы это сведем в одно. На следующем собрании примем уже и окончательно. У меня вопрос. У меня вопрос. Обратите внимание. Вот началось у нас сегодня собрание. Мы все принимаем в нем активную участие. Кто больше, кто меньше. Вот вы нам дали книгу. Вопрос. А когда мы должны были ее читать? Но дело в том, что у нас и дело в том, что в любом случае мы должны погоджевать с юрдепартаментом. И поэтому без погоджения с юрдепартаментом никто не подпишет. Послушайте. Мы так будем до бесконечности. Ну правильно он говорит, надо ознакомиться. Время для ознакомления нужно всем. Вы ознакомились, а другие не ознакомились. Они значит, не ознакомились. На перерыв поставьте на голову. Перерыв на 10 дней можно сделать. А потом собраться, ознакомиться с регламентом и все остальное. И окончательно договорились. Поступило предложение. Первое. Принять за основу. Да нет, не так. Первое предложение было объявить перерыв. Перерыв 10 дней. Вот это было первое. А потом ознакомиться. Так давайте в порядке поступления. Хорошо. В порядке поступления голосуем. Первое предложение было объявить перерыв на, вот единственное сказали, на одну неделю, да? 10 дней. 10 дней. Но если будет 10 дней, то в субботу не попадет, а многие просят на субботу. Кто за то, чтобы объявить перерыв в собрании на неделю, прошу голосовать. Счетная комиссия. Давайте две недели. Неделя это не это сам. Есть, поднимите, кто за. Видно было. Поднимали, отпускали. Вы тоже две недели. А пусть работает. Кто против? До субботы на неделю 8 человек за. Громче. 8 человек за до субботы. 18. Нет, не за. 18. 7 за, 7 против. Сейчас. Дальше. Сейчас против будем говорить. Против? Пока. Против сколько? Надо не пойти подсказать. Против я не посчитал, потому что... Нет. Сколько? Сколько против? Волков. 7 против, 7 за. 5. 5? Кто воздержался? Счетная комиссия. Thank you.
Счетная комиссия объявит результат. Сколько воздержал? А? Сколько? За проголосовало 68, против проголосовало 47 и воздержалось 8. А остальные голосовали. Это за одно предложение, а за другое. Но, так как решение принимается простым большинством, оно не принято. Поэтому... А второе решение было 2 недели. А второе на 2 недели. Большинство 68. Должно быть абсолютное большинство. У нас 184. Форма не надо. Да, 68. Все. Тогда никогда не проведете никакого голосования. Орло! 15, да. Не слышно! Кто против предложения перерыва на 2 недели, прошу голосовать. Уважаемые товарищи, за 92, против 24, воздержалось 8. Таким образом, перерыв на 2 недели. Минуточку внимания, не выходите, пожалуйста. В связи с тем, что мы делаем перерыв на 2 недели, мы сейчас должны решить, что мы будем делать со своими мандатами. Мы их оставим или мы будем делать новые? Это история!
і самі використовують. Та ніхто не буде їх забирати, щоб в чому я там тримаю голова болить дві неділі. На фінату мені треба. Робота у вас така. Ну ладно, это...